Кто такой Исраэль? Исраэль был Яаков, был такой человек, звали его Яаков. Он был один из праотцов. Праотцы еврейского народа, это были Авраам, Ицхак и Яаков. И вот Яаков, который был один из трех, он был внук Авраама, сын Ицхака, и он в какой-то момент он поднялся на супердуховную ступень и получил от Бога имя Исраэль. В момент, когда он боролся с ангелом и победил, в момент, когда он победил в себе все вообще возможные проявления вот этого зла, да, это Ецарара, злое начало в человеке, и он в этот момент, он поднялся на такую ступень, Исраэль, что он получил это имя Исраэль. Само имя Исраэль, это боролся с ангелом и победил, переводится, да. Второе значение слова Исраэль, это Яшар, прямо к Богу. И он тоже, иногда он называется, народ Израиля называется Бет Яаков, дом Яакова. Иногда народ Израиля называется Бет Исраэль, дом Исраэля. Иногда мы называемся Бне Исраэль. То есть само слово Исраэль это определение самого высокого состояния близости к Богу и привязанности к Богу, которого только может достигнуть человек. Это Исраэль.